Всем привет, Салагратка, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Seven. Ну, соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас будет стелсированный, да и не совсем стелсированный контент. Собственно, прошлая серия, мы свалились на моменте, где мы с собой завершили один квестик интересненький, под названием «Стереть у техномага какой-то пропуск», и потом... я тебе лучше это все прочитаю. А, да хотя, читать на самом деле не хочется, прям слишком много писанины, но в принципе ладно. Я послушал, что два начальника вора планируют работу на троих, похоже, третьего. В общем, да, я тебе это лучше все сокращу и расскажу, а то вот одно вот это вот прочитать уже пару минут уйдет. В общем, подслушали мы у двух пацанов конкретно небольшой планчик и решили к ним влиться. Неожиданно прикольно, но они нас приняли. И сказали, мол, а ты попробуй, короче, сделай лучше. Мы взяли, украли у техномага, получается, ключик. И, точнее, пропуск на какой-то поезд, на какую-то такую веселуху. И теперь мы как раз-таки прошли в этот самый поезд. В общем-то, вот так вот, сумбурно, вот так вот, неожиданно, но это реально сокращенно, что я тебе сказал. Ну и, кстати, помнишь, в прошлой серии тут был один охранник, и видишь, в этой серии он теперь вон там валяется. Если ты не знаешь, как я его сейчас завалил, завалил я его конкретно за кадром, потому что не хотел тебе это все показывать, но смотри прошлую серию, а в прошлую серию у нас в описании в правом верхнем углу. Вот, собственно, игра, конечно, очень кекная в плане стелса, вроде как охранники меня замечают, но потом буквально теряют перед носом. И если потеряли, то как бы все, они возвращаются просто на свою типичную работу. В общем, охранника мы завалили, соответственно, возьмем с него аурит, возьмем с него топор и вообще весь абсолютно лут. И первостепенно надо бы взять и абсолютно взять все, вот. Ничего мне фильтровать не надо, ничего мне особо так сильно тут никакого у него мусора особо нету. Но мы убили с тобой техномага буквально в начале игры. Попали в тюрьму, убили охранника, причем который не лыком шит, между прочим. Убили просто достаточно легко через баг. Да, я ему наносил практически нифига урона, но блин. А зачем мне дофига урона, если я как бы это... Могу его с несколько походов, подходов убить. И, собственно, таким образом, если честно, игру вообще можно, как я понял, пройти. Просто потихонечку убиваешь техномагов. Они никак особо не реагируют. Ты буквально от них отбежишь на пару метров, а они, где он, нужно поискать, и потом теряют. Вот это вообще отдельный прикол, потому что его тут можно уронить вниз, и потом просто при нем же залезть наверх, и он тебя потеряет. По-моему, даже в Ассасине как-то был получше стелс, но... Ну да и ладно. Собственно, наконец-таки убили техномага, давай посмотрим, что же он нам там приготовил. Я, естественно, в этой серии хочу уже более-менее по-нормальному взяться за эту игру, а то она очень, как я уже говорил, плоха для новичков, и тут нифига особо совсем сначала непонятно. Попробуем как-то вникнуться, у меня пока это не очень сильно выходит. Так, полимерный хороший топор, у которого, кстати, урона, в принципе, больше. Так что мы его обязательно возьмем. Он же лучше, чем это. Ну тут 21, а тут вообще 8. Так что топор будет нам явно лучше. Метательное копье 17. Не знаю, куда его, не знаю, что с ним. И стандартное энергетическое ружье. Техномаги на всех углах хвастаются с этим мощным энергетическим оружием. Пробивают все, кроме терафексов и полимерных доспехов. А как раз-таки у техномагов полимерные доспехи, да? Нет, доспех техномага, ничего такого прямо особенного нет. Вот мне интересно, что вот это вот за веселуха, где чувачок бежит? Я могу как-то это посмотреть? Или в игре, типа... Тут немножечко просто сами иконки отстают от текста. А тут не... Тексты и иконки никак не связаны, я не могу просто посмотреть, я должен сам как-то догадаться. Возможно, может быть в обучении где-то там есть это все. Скорее всего, именно где-то в обучении это все и рассказывается. Но обучение здесь еще и найди, какое тебе нужно. Честное слово, еще найди. Вот, кстати, ключ-карт, который мы взяли, и, видимо, где-то мы должны еще с тобой применить. В общем-то, ладно, у нас есть с тобой топорик, у нас... Давай все, короче, просто заюзаем то, что у нас тут есть. И давай, естественно, переоденемся в броню техномага. Теперь мы вот такие вот блатные, теперь мы такие вот прикольные и крутые.
Вот у меня только один вопрос. Ты вот это что такое? А, это перчатки техномага. Давай теперь посмотрим на себя, красавца. Так, воспоминание, рюкзак. Чип навыков собрать, а где я? А я в снаряжениях. Вот он бы. Теперь мы действительно вот... А вот оно. Скорость перемещения. То есть тяжелая броня, все дело. А я думал то, что это незаметность. Окей, мы все-таки тогда нашли, где это все можно посмотреть. Это замечательно. Ну и, собственно, рюкзак. Насколько это все-таки лучше или же хуже, допустим, будет тебя? Ну, в общем-то, походу, кроме перемещений, тут ничего не режется, что было странно. Так, хорошо, давай сохранимся на новое сохранение. Я думал, то, что техномагом его стырит, поэтому еще раз сохранялся, к несу. Так, хорошо, я теперь техномаг, я теперь красавец. И что, меня охранники будут палить? Будут такие говорить: «Ва, ты же не из наших, сволочь». Или как? Или где? Не, он меня все-таки палит, по-моему. Он меня все-таки палит. Ну и смотри, как от него очень легко убежать. Вот он меня увидел и моментально уже потерял. И все, и а где это он? А что это он? А вызвать тревогу? Да какая тревога? Зачем? В Ассасине и в Far Cry 5 есть тревога. Ну, а тут он просто будет шариться за кустики. Вниз он, естественно, не додумает сходить. Он меня, по идее, должен был видеть, как я просто в эти кусты пошел, потом спрыгнул вниз. Но вот так вот. В общем, теперь будем думать, куда идти. Вообще, на самом деле, ждать его особо сильно не хочется. Пусть он тут сам со всем этим разбирается. Так. Как я понял, они меня палят, но не такой прям... Вот эта камера куда-то там смотрит. Вот куда ты смотришь? Как сюда войти? Это просто какой-то... Я почему сейчас урон получаю? А здесь типа что-то проехало, оно мне урон нанесло. Я думаю, ну, скорее всего. Как вот сюда зайти? Это вот нижняя непонятная веселуха, куда смотрит камера, это типа вход, что ли? Чуть серьезно? Так, окей, сохраняемся снова, загрузить игру, вот это вот сохранение. Да, и бегаем, конечно, мы теперь очень долго. Ай, вот в чем прикол. Все, камера нас не палит зато. Если я это высверлю? Ну, камера по барабану, то, что я тут сверлю что-то. Окей, я тебя понял, игра. Так, хорошо, не зря, значит, убивал всех. Так, давайте удерживать еще. А, это есть окно, которое открывается. То есть есть несколько входов сюда. Можно как убить, ну, сделать, как я, убить техномага и потом сюда зайти, с учетом того, что у тебя камера не палит. Либо же взять и спрыгнуть на форточку эту и потом также зайти. Так, похитить. Описание обновлено. Это произошло. Мы же выбрали правильный поезд, верно? Артефакт у меня. Великолепно, отличная работа. Что ж, в итоге все прошло как по маслу. Твоя награда у нас, поэтому давай сюда артефакт. Я передумал, вот. А что за артефакты? Вы мне дайте посмотреть. Может, я действительно сейчас передумаю. Ра-ра-ра. Ну, давай им дадим все-таки. Отказаться, как я помню, нельзя. Или что это за крестик такой? Имеет ли смысл брать у них артефакт? Ну, интересная тема. Интересно. Ну, говорят то, что какой-то мощный артефакт, его очень легко можно продать. Мы с тобой сохранились, поэтому... Давай их все-таки вольнем. Знаете что, я придумал, я сделал всю работу, поэтому оставлю его, наверное, у себя. Проклятый ублюдок, с самого начала я твержу, что тебе доверять нельзя. Ты правда думаешь, что можешь кинуть нас и просто уйти? Да, могу, абсолютно могу.
Потому что у меня теперь имбовое оружие, которое спокойно вас всех переубивает. До этого я был абсолютно это... Разве у воров нет какого-то кодекса чести? На дилетантов они не распространяются. Игра сохранена. Разлита вода выполнена. Карта доступа в грузовой терминал. Это не артефакт. А можно посмотреть, что у меня новое в инвентаре? А то я не хочу каждый раз перечитывать там всяких динозавриков и статуэток с крючками. Зашифрованная ключ-карта, которая позволяет открывать некоторые цифровые замки. Найди замок, я скажу тебе, подойдет к нему эта карта или нет. Не, мы с собой сейчас их убили. Но мне чисто интересно, что будет, если я возьму, сохраню сейчас и загружу сохранение вот на вот этом самом месте. Да, автосохранение, где я их уже убивал, да? Ну ладно, нам в принципе без разницы, там даже никакого этого. Никакой веселухи от слова совсем не было. Вот мы просто взяли, зашли, сперли ее, а потом я же до стоп-кадра, мы уже в каком-то другом месте, какие-то там звуки были на заднем фоне. Странная веселуха, ну ладно. Бегу я, конечно, очень медленно. А что за артефакты мне в итоге дали? Так, это мы все уже слушали с тобой. Вот. О, держи. Спасибо. Слушай, я не знаю, Кала немного строга к тебе, но для нас это было честь сотрудничать с профессионалом. Надеюсь, наши пути когда-нибудь пересекутся снова. Описание обновлено. Короче... Да нет, карта доступа. Вопрос на миллион, что же у меня там было? Это другое. Вот куда еще можно поставить описание вот это все? Конечно, куда-нибудь снизу. Так, потребляемый предмет, документ, задание, расходуемый предмет, доспехи, оружие и просто по все. Может, он в чип-навыки мне кидался? Опять же, берем с собой, сохраняем игру где-то на новом сохранении. И теперь снова загружаемся и снова смотрим на то, где их нет. Сохранение вручную. Ну, как минимум, мы их можем сейчас ограбить и абсолютно забрать у них все, что у них есть. Обычный доспех, кукуруза, дешевые сигареты. Нам это, в принципе, даст... Слушай, ну мне что-то кажется, что они нам потом рано или поздно помогут. Вот эти пацаны. Артефакт мне просто интересен, насколько он мне нужен. И вот еще один, да? Да. Ну, в общем-то, мы это, надеюсь, потом продадим. Стоит это достаточно дорого. Так что... На всякий случай это забирает. Да, вон у меня там вес уже фиговый. Я могу бежать и могу просто идти. Снаряжение. Где мой артефакт? Это, кстати, редкое, видимо, какое-то снаряжение. Ну, ты и не суть. Я, в принципе, сейчас буквально могу каждого заключенного убивать и спокойно фармиться. Мне никто здесь особо не помешает. Где мой артефакт? Журнал. Выполнено. Я разлил вода, я вот это вот выполнил. После того, как Кайл и Коин выпустили меня из кадрика, я подумал, а, все, всю работу выполнил я, почему я могу тренировать? А получается, мне теперь нужно продать этот артефакт? Или что? Он у меня где-то реально в рюкзаке находится. Вот не люблю я такого вот веселух, когда ты не знаешь, что ты там взял, какой именно артефакт и ради чего это все делаю. Как минимум, я могу продать реальных вещь, ну ладно. Мы немножечко за доброго сыграем. Во всяком случае, у нас будет такой вот своеобразный кодекс. Хотя мне понравилось, как между собой начали общаться с этим. Как их... Слушай, а мы можем их сейчас убить? По идее, можем. Но я не вижу в этом прям особого какого-то смысла. Дядя, да, они нам больше ничего интересного не говорят. Так, мы оказались, кстати, достаточно далеко от нашей
начальной локации. Давай посмотрим, что у нас есть из журнала, а точнее из заданий. Пропавший связной. Они мне, кстати, что-то вообще дали? А мне дали немножечко кристальчиков или что? Я нифига не понимаю, что мне сейчас за эту миссию дали. Я вообще на самом деле не понимаю, как здесь устроена система вот этого инвентаря. Очень странный все. Очень странный, неприветливый, господи. Так, хорошо, журнал. Давай тогда выполним другое задание. Подумаем, что нам что-то дали, и замечательно. Артанак хочет, чтобы я нашел его связного. Мастер-ремесленник, мастер-алхимик. Давай тогда связного будем искать. Так, поговорить с торговцем в Люмере. Направляйтесь в Бич Смерти. Собственно, для этого нам нужно... Пропавший связной. Пропавший связной, и опять же пропавший связной. Ты так и называешься? Да, ты так и называешься. Ги, куда мы с тобой сейчас, пятачок, пойдем? Вот сюда вот или вот сюда? Это новая локация, я не хочу туда идти. Я могу как-то быстро переместиться. Меню быстрого перемещения. Как бы есть, но не могу. Видимо, мне до тут нужно дойти первостепенно. Так, хорошо, так давай попробуем... Типа куда-то вот сюда перейти. Опа! Красиво. Утихуй, посмотри на это. Открывай демонское театро, не сын геретический сосуски. А огонь вряд ли поможет. Может быть, нам нужна взрывчатка? Взрывчатка? Кровь с небес, отличная идея. Давай разнесем содержимое нахрен. Дебил недоразвитый. Да я просто предложил. Ну, как-то проникнуть внутрь. Так они хотят открыть этот сейф. Какой-то дуб задание у нас. Ну, типа такое. Дуб дополнительное. Хорошо, тогда давай опять же вручную сохранимся и посмотрим, сможем ли мы их разнести. Красиво. Красиво. А, ну мы тут спокойно теперь можем абсолютно всех разносить. Кстати, а как мне конкретно перекатываться? А ты там успокоишься со своими бесконечными атаками? Ну, замечательно, я сейчас только вспомню, как тут на самом деле файтится. Точнее, не вспомню, а узнаю. А продолжить это как? Это я типа загружаюсь, да? Это я типа загружаюсь. Так, хорошо, как перекатываться? Перекатываться это альтою. А в чем проблема? Так, а ты еще такой? И... Использовать? Что это за штука, Артанак? Какой-то пульт? Да, думаю, это инженерный пульт грузовой транзитной системы острова Пи. Но чтобы ей воспользоваться, придется взломать контроллер. Два ключевых компонента грузовой транзитной сети — это контроллеры и инженерные пульты. Чтобы воспользоваться сетью, нужно обратиться к каждому из них. Так, расскажи мне про контроллеры. Или контроллеры. Контроллеры. Расскажи мне про эти контроллеры. Контроллеры, по сути, представляют собой карты каждой местной транзитной ветки. Если мы сможем взломать контроллеры, у нас будет доступ к сети в соответствующей зоне. Контроллеры есть на всех КПП, но могут располагаться и в других местах. Кроме контроллеров... Контроллеров нам для доступа к сети также потребуются инженерные пульты. Так, инженерные панели, что это такое? Ладно, а теперь расскажи мне про эти инженерные пульты. Кажется, это очень интересно. Ты что, шутишь? Инженерные пульты — это отмечено на твоей карте. Когда мы взламываем контроллеры, соответствующий контроллерному пункту, значок этого пункта меняет цвет. А, это быстрое перемещение, вот оно как раз. Инженерные пульты потребуются нам, чтобы пользоваться сетью и перемещаться незаметно. Ясно. Ладно, у меня уже голова болит. Лекция закончена. А как тебе нужно найти контроллер? Ну, точнее, нужно найти контроллер. Просто иди по путям, в итоге мы найдем то, что ищем. Мы не сможем воспользоваться грузовым поездом, пока не взломаем контроллер этой ветки. Не суть. Быстрое перемещение и еще немножечко текста. В игре Seven есть различные острова Пе, соединены между собой. Острова Пе.
точнее. Соединение между собой железными путями для грузовых перевозок, по которым в порт Горизонт транспортируются артефакты, а у Рита другие товары. Оттуда они перенаправляются на материк. Вы можете пользоваться этой системой для транспортировки. Чтобы открыть ветку этой системы, необходимо сначала взломать один из контроллеров. Которые обычно располагаются рядом с постами техномага. Взломав контроллер с помощью инженерного пульта, вы сможете забирать Нагрита. Включить обучение. Что это сейчас будет? Замечательно, спасибо. Быстрое перемещение. Короче, нам нужно найти вот такой вот компьютер и, видимо, его взломать. Спасибо тебе, обучение. Очень обучающе. А эта штучка никак... Мы не можем воспользоваться грузовым поездом, пока не взломаем контроллер этой ветки. Контроллер. Так, а давай я, пожалуйста, сохранюсь тут. Зачем? Да потому что... Может быть, потом нам и... понадобится это сообщение. Тихо. Ва, они прям вроде небочные какие-то, но при этом и мощные. Мы их убивать можем легко и просто, но при этом ты сам все видишь. Они нас убивают быстрее. И что с этим делать? Есть как бы один вариант. Прям буквально спрыгнуть на него. И вот пользоваться вот такими вот приколами. Так, а можно мне, пожалуйста, уйти отсюда? Куда я лезу? Господи, как же неудобно играть с этой камерой. Они еще стреляться убьют. Меня бы тоже научиться, на самом деле. Было бы красиво, я опять куда-то залез. Как стрелять в этой игре? Господи, как же на самом деле тут все неудобно сделано. Ну, типа, вот, ну вообще не для человека. Для кого-то, кто уже играл в эту игру. Для разработчика сделано. Так, как стрелять? Есть мощная атака, это замечательно. Как использовать стрельбу? На R. Камень. А камень это кинуть, чтобы... Отлично. Замечательно, камень кинулся. А камень это у нас наив теперь. Пацаны сразу все отвлеклись. Ну они типа вон там все. Хотя, если честно, одного я сейчас, наверное, могу вынести. Так, давай тогда это. Переключимся на вот это вот плазматическое оружие. Хотя нет, подожди. Давай как-то вот так и потом вот так вот сделаем. Ну и вот они меня там, где в последний раз видели. А, у нас пацан только что умер. Давай посмотрим, походим. Да пофигу вообще, на самом деле. Я даже больше чем уверен, что как только они закончат вот так вот страдать херней, они вернутся на обычную свою точку воду и сразу же начнут это заново сверлить. Так, опять же, сохраняемся тогда. Потому что они действительно много урона наносят. Тихо. А поменяй вот это вот оружие. Как тебя стрелять? Но он, в принципе, не промахивается. Это я как бы за него доволен. Пожалуйста, переключись на оружие. На оружие. На оружие. Спасибо тебе огромное. Ну, типа, ладно. Мы как бы выиграли, ХП у нас восстанавливается потихоньку, да и в принципе ладно. Так, отличный метательный кинжал. 19 урона, и они мне этим сам как-то пробивали мою броню техномага. Которого я как раз таки даже получше кинжалом не мог пробить. Ну, в принципе, логично, чё, не находишь логику? Она есть, вот она, прям перед тобой. У техномага просто есть резист к урону. Он там, наверняка каждый день, может он мощный сам по себе, мышцы там непробиваемые. Так, хорошо, давай вот без этого всего. В принципе... Я предлагаю тебе забрать абсолютно все. И потом полтора дня доходить до нашего города. Я, собственно, могу все это скипануть просто. И мы, наверное, этим и займемся. Потому что я жадный. Я реально жадный. Я хочу все это продать. Забывай, что тут на
Так, метательный меч и кинжал. 12 урона. Энергетический пистолет. Не понимаю, почему оружие... Почему тут броня такая бесполезная? Вроде же у меня и бовая броня, так что-то как-то в итоге нет. А может быть, они все-таки прокачут и, типа, били меня в какие-то интересные точки? Хотя мы можем все-таки немного быстрее перемещаться. Так, хорошо. Забираем еще и вот это, и... Если это жадность не предел, и попробуем еще забрать... То, что они хотели украсть. Мы, кстати, можем отметить эту точку на карте. Я вообще, по-моему, теперь перемещаться не могу, да? Ну, или я застрял. Скорее всего, я не могу перемещаться, потому что у меня уже резист полностью убитый. Так, хорошо, что нам вообще не нужно? А почему ты стоишь 15? Ты точно столько стоил? 90, кстати, стоит. А можно... Нифига себе. А можно фармить. Можно нифигово так фармить этих охранников. Ну, да и ладно. Шприц исцеления. Что мы с тобой хотим выкинуть? Ну, что нам вот прям категорично не нужно? Скорее всего, вот именно тебя. Уничтожить и выбросить. Вы хотите уничтожить предмет? Ну, допустим. Он просто уничтожается, он не выбрасывается и все, что ли? Не, а с другой стороны, не надо было, наверное, его уничтожать, нужно было его выкинуть. Потом взяли. В общем, магия монтажа, я сейчас вот совсем разберусь и, собственно, приду. И, в общем-то, я немножечко освободил место, а конкретнее просто повыбросил буквально все вещи, которые у меня там были, блин. И которые замечательно было бы продать, но, к сожалению... К большому моему великому сожалению, надеюсь, что эта точка на карте у меня останется навсегда в голове, и мы сюда потом придем. Вот, здесь у нас находится тайничок и вести комбинацию. Неверное расположение. Давай начнем с девяток. Проверить. Вообще все неправильно. Давай с единиц начнем. Ну, точнее, 9 единиц. Так, хорошо, везде двойки. Один, три, два, четыре. Замечательно. Так, и что мы тут можем забрать? Записка изобретателя. Первая записка найдена в сейфе необычного вида. Подпись ЭВЛ. ЭВЛЛ? Чего? Кого чего? Так, хорошо. Дорогой взломщик сейфа, пожалуй, стоит поздравить тебя с тем, что тебе удалось взломать мой сейф. Разве что у тебя был ключ. В таком случае просто проигнорирует сообщение. Ты явно не знаешь страха, и я хочу предложить тебе испытание. По острову разбросаны 4 сейфа, вроде этого. Взломай их все и следуй инструкциям. Это первая записка. Начало твоего приключения. А ты скажешь мне, где находится, типа, 4-й? А то что? Я, может, случайно наткнулся... Или что-то такое. Или еще сама сложность в том, чтобы найти их. Ну, интересно. Игра сохранена. Так, хорошо. Теперь у нас главная с тобой задача. Это конкретный уйти. А кто это там валяется? Забрать. Рюкзак обновлен. Вот ты обновлен. А чем ты обновлен? И где ты обновлен? Вот что тут обновлено? Ну я ж не вижу ни хера, ну что тут обновлено-то? Рюкзак больше стал. Может быть, кстати, и это действительно. Типа больше рюкзак, больше вещей больше в нем прятать. Красиво же, весело же. Ну, естественно, много разной веселухи. В принципе, в какой-то степени я могу именно ему сложить эти вещи. Я просто действительно боюсь, что мой лут, он сейчас исчезнет, который я кинул туда. А, все-таки это было защитное какое-то. Еще до места. Ну, в принципе, ладно. Извиняйте, пацаны, я уже вас обокрал. Думаю, вы не будете против. А почему в тюрьме есть какие-то такие разбойники, которые мне мешают куда-то пройти? Так, пацаны, не урчите, все нормально. Мне, наверное, как-то вот так надо пройти.
А потом вот сюда. Пацаны, кстати, там в сейфе ничего не было. Какие-то монстры еще бегают. Игра, ты точно уверена, что меня нужно было вот сюда забрасывать? Я не понимаю эту тюрьму. Это не какой-то гулаг, это не какая-то другая веселуха. Тебя буквально просто тупо занесли на остров. Остров воров, что ни на есть. И типа все. То есть сюда идут не с целью исправиться, а с целью просто тупо всех ненужных переселить вот сюда. Мы тут даже не работаем нифига. То есть не с целью использовать как бесплатную рабочую силу, а с целью просто тупо взять и выкинуть. Странная, короче, веселуха. Ну, я особо не буду тут сейчас пытаться как-то их пробежать по-хитрому умному. Хотя, возможно, мне это и надо бы сделать. Ну, я... Судя по всем тем, как их можно так даже назвать, стелсовым миссиям, я понял, что тут на самом деле противники очень ситуативные. Они атакуют только... Так это что такое? Вторая зона. Красота. Визовая машина. Да, визовая машина к вашим услугам. Вы хотите приобрести визовую таблетку? Купите визу 125. Так, а может пригодится. У вас недостаточно аурита, чтобы приобрести визу. Такое впечатление, будто бы она предлагает мне украсть визу. Я могу украсть ее? Видимо, могу. Какая нахер виза? Вы меня только что куда отнесли? Я выполнил задание гробанное, а вы меня взяли и... выкинули из начального города, что ли? А я не могу тут никак пройти. Ты есть что такое вообще? Ты быстрое перемещение. Да? Я ничего у тебя не крал. Да, все нормально. Да, все нормально. Пацаны, вам показалось. Так, да, я с тобой поговорю. Добрый день, чем я могу тебе помочь? Что у тебя есть на продажу? Кстати, мы можем ему все это продать. Ну, по идее. Или тут система обмена работает? И система обмена, то все немножечко плоховато. Так, хороший металлик это... Копье. Ну, типа, 30-30, все красиво, все весело. Но мне ничего, что мне дает, не нужно. Завершить обмен. Торговец вам заплатит только 28 из 30. И действительно заплатил. И действительно ведь заплатил. Так, металлический меч и кинжал. Это двойное оружие. Пожалуй, мы все-таки это оставим. А вот одно копье тоже. Хороший металлический меч откинем. Энергетическое оружие. Не вижу смысла, откинем. Вот это грубо металлические кинжалы тоже откинем. Металлический череп, вот эти вот приколы, я думаю. А в смысле только ноль? У него типа деньги кончились или что? А, у него реально их ноль. С другой стороны, понятное дело, у него ноль. Он продает только какую-то херню за буквально даже не один кристалл. Мусор, короче, продает, я его просто, получается, ограбил. Универсальный продавец. Я пойду. Не вопрос, друг, прошу тебя, заходи как-нибудь. Хотя, с другой стороны, он же может навариться на том, что ему продал. Красивый, я думал, что торговец мне хоть как-то облегчит мою ситуацию, я смогу хоть что-то купить. Да, видимо, нет. Визу купить я не могу, она стоит дофига и больше. 125 рублей. Ну, точнее, кристаллов. Так, а чё я идти-то не могу? Я не знаю, как туда пройти. А мне туда нужно.
Боже, странная веселуха-то. Зафига вы ограждаете-то это место? Я точно тут не могу никак прибежать. Ну, типа, хоть какой-то баг. Я же знаю, что в этой игре много багов. Нет, тут все-таки нельзя, и значит нельзя. Да. Я типа могу перемещаться, но... Ну смотри, он меня сейчас спалит, и я перемещусь. Хотя нет, смотри, никуда не переместился. Так, ты еще такой, забрать. Рюкзак обновлен. Да не сюда. 85, да все точно так же и осталось. Без понятия, что эта штука делает. Энергоемкости. Это чип навыков, а схера ли рюкзак обновлен? Да его в рюкзаке же нету. Этих чипов нету в рюкзаке. Я тебя прям сейчас снова заявляю. Куда он мне вообще это кинул? Короче, ладно. Да... Я иногда персонаж просто не хочет идти вперед. И как я понял, вот оно, это место, где я могу на халяву пройти. Так, сохраняем игру. Сохранить. Так, это у нас порт и... А он нам нужен вообще? Так, пацан меня один палит. Другой же что-то как-то не особо. То есть, короче, я реально могу тут бегать. В этих закрытых помещениях. Тебе я открыть могу? Ва! Чувак, я тебя не видел. Здесь вот, ну, такая вот игра. Я тебя могу убить просто нахер. Ну, как бы могу бы. Ну, сраный веселок. Их все равно убить не так легко и просто. Да. Замечательно. Ну, я его и за камеры не видел, нифига. Он там скрылся за постройкой, хотя, по идее, мой персонаж должен был его видеть. Так, хорошо. Как мне тут это все пройти-то? Чтобы они меня не раздражали. О, кстати, здрасте. Снова какая-то бесполезная веселух. Ну, здрасте. Рюкзак обновлен. Шанс критического удара один. Так, и где ты там за стенкой-то прячешься? Я пока не знаю, нафига я тут бегаю. Я просто хочу выйти отсюда. Так, это какое-то непонятное место. А его он идет. А почему он меня спалил вообще? А, потому что у него какой-то ранг есть. Внимательный слишком. Ну, короче, как система в Хитмане. У тебя есть ранг? Так, а вот тут как раз-таки можно пройти спокойно. И получается, техномаги меня еще палят. Да кто меня там спалил-то? Все нормально. Ва! Спустя несколько часов я все-таки нашел здесь проход. Зачитаем визы, я особо сильно нужна. Можем проходить вот где-то здесь. Хорошо. Ну и на самом деле надо бы закончить. А херли ты меня палишь-то? Потому что я хожу все-таки с броней. И поэтому я даже не могу ходить с этой броней вообще в принципе здесь. Но, в принципе, пофигу, что они меня там спалили еще. Это мне от слова совсем никак не помешает. Вроде где-то идти. Ва, и тут опять он. Закрыть. Я просто очень медленно перемещаюсь, и в этом сейчас вся проблема. Так, здорово, давай-ка я тебе что-нибудь продам. Чего? Keeping an eye out for shady merchants, eh? I'll let you know if I see you. Так я не понял, он меня типа спалил с... Потому что я охранник?
снаряжение. А так если? Я же типа не полный сет. Снова здесь, да? Тебя интересует мой товар? Вот оно как. Да, меня интересуют твои товары. У тебя всего 28 кристаллов. Нахер ты мне такой сдался-то? Мне нужно найти торговец, который сможет дать мне хотя бы хоть что-то. Металлическая отмычка. Давай все металлические отмычки у него купим. Каменная табличка с выгравированной на ней деревянной руной, расшифровать ее пока не в состоянии. Как же здесь подолго средний шприц регенерации? Давай все возьмем. Таблетка, которая дает право доступа в определенную зону Пия. Таблетка для зоны 02. И она, кстати, дешевле. Ну, немножечко, но типа дешевле. Давай возьмем. Так, хорошо. И теперь мы, наверное, продадим энергетический вот этот пистолет. Придется заплатить 55. Не согласен. Платить я ничего не хочу. 28 из 30. Это очень едкая жизнь, способствует. Зачем она, интересно? Ну, типа, понятно, что растворить какое-то тело, но для чего? Давай возьмем хотя бы одну. Ну и, в общем-то, торговец нам заплатит 20. Эх, красиво, завершите операцию. Так, мне нужно идти. Но у меня до сих пор есть перевес, господи. А мне интересно, вот сейчас, типа, меня никакие охранники не будут подозревать. Подумаешь, у меня наручи там нашего этого брата техномага, которого ты только что знал. Да подумаешь, зато нету шлема техномага, все красиво. Может быть, я где-то такой модный. Нашел какой-то такой слух, может, мне охранник это дал. Ну, знаешь, ему сапожки были малы, и он мне такой их решил подогнать. Странная логика, ну, типа, ладно. А в общем, на этом моменте мы с тобой заканчиваем. Если честно, ничего особо не сделали за 42 минуты. Но это из-за того, что игра меня просто взяла и перекинула хер просыш куда, честное слово. Я еще думал полтора часа, как дойти мне до этого, обратно зайти. Мне же деньги нужны были, а игра-то меня, между прочим, по квесту сюда подкинула. В общем, ладно. Долгая будет, видимо, игра. Спасибо тем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Смотрите в описании, смотрите в аннотации. Всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.